пригласили вас на праздник. Праздник детского творчества, где будут раскрываться большие и маленькие звездочки. Идея такого концерта принадлежит замечательному педагогу среднего специального музыкального колледжа, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан, победителю общероссийского конкурса «Лучший преподаватель России» 2022 года Валентине Ивановне Стариковой. Thank you.
от мамы чуть-чуть. На сцене самый юный участник нашего концерта, ученик первого класса Семен Андреев. Thank you.
Марса Сагит Талхи. В этом году Сагит Плов приглашен в город Санкт-Петербург для участия в международном творческом фестивале «Шаг навстречу», который ежегодно проходит под руководством народного артиста Советского Союза, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Юрия Тигарканова. Людвиг ван Бетховен, сонатина фа минор, первая часть. Thank you.
Ростова представлял колледж в Соборной палате, в Большом театре, в галерее Никол, играл перед главой Республики Башкортостан. Вот такая совсем юная, но уже именитая пианистка класса Валентина Ивановна Старикова, ученица 9 класса Самира Алиулина.
Айгуль Фахрулина, класс заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Ирины Эдуардовны. Thank you.
они сыграют произведение Дмитрия Маленького «Я рад». Thank you.
году отмечает свой славный юбилей. Большая любовь к людям, к тому делу, которым вы занимаетесь. Вот, пожалуй, все. Большое спасибо.